Фонд электронных рубежей выступает против непрактичного законопроекта по регулированию биткоина в Калифорнии под номером 1123. ФЭР утверждает, что наличие различных критериев регулирования криптовалют в каждом штате создаст путаницу для потребителей. По данным некоммерческой организации, определение криптовалютного бизнеса в законопроекте является неопределенным, поэтому невозможно сказать, что именно проект закона будет регулировать. Кроме того, законопроект может затормозить развитие виртуальной валюты в Калифорнии.